В России увеличились объемы строительства жилья для военных. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на итоговом селекторном совещании. В этом году служебные квартиры получили более 26 тысяч человек. Сергей Шойгу также сообщил, разработана новая система финансового контроля за использованием бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ. Продолжаются экологические проекты в Арктике. Военные принимают участие в генеральной уборке, вывозят металлолом и мусор. Особое внимание в этом году поставкам современного вооружения и техники. Создан новый вид вооруженных сил, воздушно-космические силы. Оснащенность войск современным вооружением и техникой доведена до 47%. Количество контрактников рядового и сержантского состава впервые превысило число военнослужащих по призыву. Обеспеченность военнослужащих служебным жильем повысилась на 23%. На 9% увеличен объем строительства и капитального ремонта. Региональным и муниципальным властям передано почти 1400 военных городков. В результате сэкономлено свыше 2 миллиардов рублей, выделенных на их содержание.